Мы продолжаем выпуск. Старость не в радость. Правительство Казахстана одобрило законопроект об увеличении пенсионного возраста для женщин. Накануне документ отправили мажилис парламента на рассмотрение депутатам. Теперь они решают, в каком возрасте казахстанки будут выходить на пенсию – в 58 лет или, согласно законопроекту, в 63 года. Повышение пенсионного возраста для женщин – мера, необходимая самим представительницам прекрасной половины человечества, так утверждают в правительстве. Все потому, что слабый пол за свою трудовую жизнь успевает накопить достаточно денег на старость. Наверстать недостающее позволят дополнительные 5 лет. Предполагается, что повышение пенсионного возраста женщин будет осуществляться по полгода в год в течение 10 лет. Стартовать программа должна уже в 2014 году. Между тем, карагандинцы высказали свое мнение касательно нововведения. Многие из них были категоричны в своих ответах. В нашей экологии это вообще недопустимо даже. Даже недопустимо. Это какое-то издевательство над всем будущим поколением. Нельзя этого делать. Нельзя. Категорично. Мне кажется, что это непродуманная политика правительства. Я думаю, что парламент не поддержит. Женщина должна уходить на пенсию в 50 лет. Я считаю, неправильно. Женщина, она детей воспитывает, школу поражает, и кушать варит, и стирает, и убирает. Я бы, наоборот, хотел бы, чтобы женщина, наоборот, возраст еще сократили, до 55 хотя бы. Отрицательно, очень отрицательно. Категорически против. Чтобы поднимали... Ну, не будет рабочих мест для молодежи. Полное безобразие. Это глупо. На женские плечи и так все ложится. Все ухаживают. И дети, и внуки на ней сидят. А еще пенсионный возраст поднимают. Кто будет работать?